Всем привет, дорогие зрители! Сегодня у меня сделка по недвижимости, которая строится в Махмутларе. Я недавно отснимал его у нас на YouTube-канале, ссылка сверху, можете посмотреть. Стройка начнется в сентябре этого года. Быстренько отсниму офис застройщика и покажу нашу сделку. Так, вот это наш офис компании. Так, сейчас открою. Мерхабалар, тешеккюрлер. Вот такой офис у компании. Они даже строили отель, который называется Алгора. Здесь еще одна сделка. Квартиры уходят как пирожки. Так что, кого интересует недвижимость на стадии строительства, кто хочет инвестировать именно в недвижимость Турции, обращайтесь, поможем, чем можем. Да, я буду подписывать. Мерхабалар, Фатих Бей. Это наш главный шеф компании, который продает недвижимость. А это наш клиент, зовут Евгений. Евгений, довольны покупкой? Да, конечно, довольны. Ага. Спасибо большое. Мы быстренько сделаем сделку, а потом покажем весь проект, который присутствует у нашего застройщика. Я иду в другую комнату, он уже ждет меня. У них несколько здесь комнат для конференции. Вот проект называется Digit Proje. Они архитекторы и инженеры, также застройщики. Здравствуйте, Фатих Бей. Мы уже с вами разговаривали. Хотел бы, чтобы вы рассказали про свои проекты, что вы строили до сих пор и что сейчас будете строить. Возможно, захотят купить мои клиенты, мои друзья. Для инвестиций это очень хорошая вещь для жизни. Купить на котловане, год ждать. Можно потом продать эту квартиру или сдавать в аренду, или сам жить. И через год продать, все же будет человек в плюсе. Вы сейчас объясните про свои проекты, а я потом добавлю ваши 3D-фотографии, видеоролик вашего проекта, наш ролик. Расскажите про свою компанию, когда вы начали строить в Алании. Здравствуйте, меня зовут Фатих. Мы давно на рынке Алании, так как сами родом отсюда. Мы 5 братьев. Работаем в сфере отеля, золота, магазинов, стройматериалов и застройщики также на этом рынке. У нас также есть Зуалханум, который работает архитектором. Мы партнеры, 6, ведем все вот эти дела. Ну, строительство – наша главная работа. Брат мой, он инженер, он работает также в сфере инженерии в мэрии Алании. У нас есть также магазин стройматериалов. В связи с этим мы очень легко ведем дела по строительству. Мы с 2003 года строили отель, торговый центр, туризм, школа, коммуникации, мечеть, сельские вот каналы делали даже. Все строили и продолжаем делать. Это в Алании у нас 44-й проект. В Махмутларе очень большой проект, новый проект. Стараемся с каждым днем выводить новые интересные проекты. Махмутлар стал одним из центров Алании. Очень красивые, хорошие проекты выходят на этот район. Иностранцы у нас очень желают там именно покупать. Из-за этого мы тоже стараемся
рисовать, делать хорошие чертежи на проекты. Порой бывает, что за рубежа берут наши проекты и строят в своих странах. Для них это гордость, то, что у нас берут, советуются по нашим проектам. Мы хотим каждый раз придумать новые хорошие проекты, вытащить их и давать презентацию даже нашим клиентам, инвесторам и тем, кто хочет построить такие же проекты у себя в стране. Здесь 288 квартир, площадь 7205 квадратных метров. Там открытый большой бассейн, открытый бассейн, фитнес-сауна. Там даже есть мусоропровод, откуда можно высадить мусор. Есть велодорожка прямо в резиденции, теннисный корт, волейбольный корт. Есть лобби в каждом блоке. Есть места для пользования, отдыха. Также детская игровая площадка, амфитеатр. И здесь, так как высоко строится проект, на 12 метров на высоте, наше здание, наш проект будет выше всех проектов, которые расположены рядом с этим резиденцией. Со всех квартир выше 7 этажа видно море, крепость Алании, именно западная сторона. Проект так сделан, что каждая квартира, каждый балкон есть свой вид. Есть восточная сторона, видит море, горы. Если западная сторона крепости Алания, море и горы. Если северная сторона, то в основном горы. Сегодня у нас была также продажа. Просьба рассказать все детали о проекте. Покажем немножко вам фотографии проекта. Я сам добавлю на канал 3D-фотки. Вот карта расположения проекта. Здесь расстояние до моря 570 метров, максимум 650 метров до воды. Здесь вот этот проект, вот улица. Рядом есть магазины, больница, аптеки, торговые центры. Самый центр Махмутлара. Все в шаговой доступности. Бурасы Барбарос, бурасы Ататюрк Чаттеси. Это Ататюрка, это Барбароса. Вот это наш проект, состоит из А-блока, Б-блока. А-блок, Б-блок. Здесь у нас вход из А-блока, консьерж, и Б-блок вход. Здесь лобби. Здесь ресепшн, кафе-бар. Три лифта присутствуют в каждом блоке. На 12 человек есть лифты. В Б-блоке у нас квартира для консьержа, фитнес-зал, ресепшн, большой лобби, зона отдыха, крытый бассейн, сауна, хамам турецкий и химчистка присутствует. В Алании только у нас этот такой проект, у нас есть мусоропровод, вот. Здесь будет пластмасса. Вот здесь будет комнатка. Будет три трубопровода.
стекло, нормальное, мусор и пластика. Мы его так спрятали, что никто не увидит именно вот этот мусоровоз, как будет вводить. Все будет чисто, аккуратно. Проект создан так, чтобы все было удобно для жителей этого комплекса. Никто не ждет, чтобы мусор выводить, спускать. Вышли из квартиры, просто выкинули туда, она попадает в мусоровоз и вывозит сразу же. Здесь три бассейна больших, это главный бассейн, это аквапарк, бассейн с аквапарком с правой стороны. Есть детский бассейн с левой стороны, там тоже будет мини-аквапарк для детей. Там будут другие аттракционы, это вход. Здесь вход именно, дорога, которая ведет, пешком можете спускаться вниз на улицу Ататюрка. Также здесь детская игровая площадка. Здесь будет именно места, где они будут подниматься на стенки. Также есть там амфитеатр, есть дорожка для велосипедов, полностью можно крутиться по резиденции, не мешая никому. Велодорожка, резиденция. Наш проект состоит из 12 этажей, и мы будем стараться, чтобы больше квартир смотрело именно в сторону моря. Здесь именно есть расстояние между зданиями большое. 40 метров от бассейна между блоками. И где автопарк, 17 метров между зданиями. Ну и сейчас покажем вам планировку проекта. Вот такие планировки. Кому нужна планировка, могу отправить в WhatsApp, Telegram, Viber. Наш Instagram канал Paradise Alanya, Facebook Paradise Alanya, YouTube канал уже знаете. Подписывайтесь на наш канал YouTube, Instagram, Facebook и Telegram канал, который называется Hot Alanya. Вот такой будет ресепшн. Вот вид с высоты. Вот такой будет проект. Я вот этот ролик добавлю. Линк будет присутствовать, чтобы посмотреть проект. Осталось мало квартир. Уже много продано. Проект еще не начался. С сентября начинается проект. Проект на высоте 12 метров, плюс само здание 12-этажное. Это как бы 15-этажное, несмотря что 12-этажный проект. Вид здесь есть на крепость Аланию. Эта сторона западная. Смотрит на крепость Алании. Эта сторона восточная, а это северная. Смотрит на горы. Вот восточная сторона, которая смотрит. Здесь видно море. Сейчас быстренько покажем. Вот вид на горы. В задней части квартиры видят море. Здесь пятиэтажный блок, вы видите, здание пятиэтажное, вид, когда не закроется. Если даже построят внизу какой-то проект, то с седьмого этажа по-любому вид на все горы будет. Даже
где бы они ни строили, вид на горы у вас останутся. Так. Все, сказали, что нужно. Прайс-лист я отправлю лично, кого интересует этот проект. Сейчас мы хотим показать вам проект, который находится в Демирташе. Демирташ очень красивый, очень хороший проект. Они хотят Демирташ полностью развить. И сейчас Фатих Пей скажет, какие планы. Там только открываются на строительство площадки земельные. Они вот только начинают развивать этот район. Демиртаж будет очень красивым в будущем. Так что это новый проект инвестиционный. Кто желает, также обращайтесь. Скину все файлы, которые есть у меня. Фотки, прайс-лист, ролик на этот проект. Этот проект находится на высоте, расстояние до моря 800 метров. Состоит из двух блоков, каждый блок на расстоянии друг от друга. Каждый блок видит море. Со всех квартир будет видно море. Если даже построят, вид не закрывается. Тут 1300 квадратных метров. Из-за того, что на земельных площадках не разрешается пока строить, может быть, в будущем что-то произойдет. Но на данный момент только вот мы смогли получить разрешение на строительство этого проекта. Именно в районе Демиртаж. Здесь можно было еще три блока построить, но построили как бы два проекта, два блока, которые на больших расстояниях друг от друга. Вот это планировка с высоты. Здесь бассейн. Здесь просторный сад. 140 квадратных метров бассейн. Вот два проекта. С дрона снято. До моря вот расстояние 300 метров. Вид никогда не закроется. 300 метров, скажем, это есть 500 метров, не 300. Вот, видите вид, дорога. Вот, это Утопия World, отель Утопия. Расстояние 20 километров до центра от Демирташа. Вот такой вот проект. Здесь не закроется. Здесь есть какое-то там земельное процесс в будущем, но пока что ничего не будут строить. Но никто гарантии не дает на это. Здесь все ровно, весь проект ровный. Земля ровная. Они даже строили этот проект 10 лет назад, Демиртаж. 1 плюс 1 начинается от 43 тысяч евро. 12 месяцев рассрочка. До конца этого года этот проект будет сдан в эксплуатацию. Уже они начали этот проект строить. 2 недели уже строится. К концу декабря проект будет сдан в эксплуатацию. Половина квартир уже продана в этом проекте. Кого интересует, обращайтесь, поможем, чем можем.
Я добавлю 3D-фотографии и ролик к концу моего ролика. Дорогие зрители, не закрывайте, просмотрите до конца. Спасибо огромное, Фатих, за уделенное драгоценное время и меня, и моих зрителей. Надеюсь, будем продавать квартиры в вашем проекте. Всем дорогим зрителям пока-пока. Görüşürüz.